Представьте, пожалуйста. Робинерсон Арсений Андреевич. Кулешов Иван Николаевич. Турдубаев Алина Смаилова. Откуда вы приехали? Обнинск, город Калужская область. Все, да, из Обнинска? Что вас привело в медицину? Что нас привело в медицину? Ну, это интересно. Медицина... Медицина очень большая, она безграничная, и каждый в ней может найти то, что ему нравится. А какая у вас сфера интересов? Онкология, молочная железа. Я пока еще присматриваюсь, и онкология как один из вариантов. Ну, конечно, онкология больше в целом, ну, а в принципе специальности больше хирургического профиля преимущественно. А почему вы приехали на форум? Ну, потому что мы здесь можем узнать последние данные, как бы самые актуальные в онкологии, вместе все, и какие-то новые направления для себя открыть. Ну, также возможность что-то узнать, в принципе, да, о медицине новое, и в узких специальных каких-то, и либо даже в целом, как о науке, что-то совершенно такое новое. Но меня интересует профилактика онкологии, и нигде, кроме Питера, такого направления нет, поэтому притянуло. Чемпионат мира или онкологический форум? Однозначно онкофорум. Это очевиден. За какое достижение вы планируете получить Нобелевскую премию? Лечение рака. Для начала нужно достижение совершить, а там уже посмотрим.